старайтесь как через плечо делать. Как бросок пойдет, так и вы должны. Да.
без броска. 3-1, 3-1, кости. Я попал.
момент. Вот, посмотрите, кому не ясно, вот, видите человек, оп, он делает, правда, движение чуть-чуть в сторону, но ему хорошо делает как-то, я в жизни через пиво стреляю. Thank you.
руки хорошо смотрели, надо вот такую-то цуху иметь. Конечно. Да, не смотришь. Нет. А так ты пока кощеешь смерть. Нужно типа этого. Аленушка там. Бабу Ягу нарисовать. Да? Дом Бабы Яги. Рек. Рек это значит пошло. Рек. На середине. Так. У нас первая пара. Бутук. Влад Бурдужин. По три броска. Пожалуйста. Бросаете с той стороны сюда. Так, кто делает? Ну, кто? Решите сами. Так, сейчас одну секундочку. О, я вот эту она хорошо снимает. Сейчас одну секундочку. Туда, на середину. Так, а это подстрахует. Ну что, Влад Бурдужа. Три броска на цель. Какой в любую. Thank you.
Кто у меня десятку имел? Кто у меня десятку имел? Кто? Ну встань. Это видел. Еще кто? Встань. Так. Значит так, вот эти два человека выиграли. Значит, о чем это говорит? Все остальные наказаны. Да. Ладно, делаешь очень аккуратно. Брутуша туда, а этот клал сюда. Только ты делаешь. На тебя идут, ты берешь, остановил. И туда. Туда. И бросаешь. Значит так. Раз, два. Нет. Раз, два. Сюда. Так. Надо деньги. Готовы? Хаджина, 100 бросков. Thank you.
Пейте.
кем ссорить, дружить. Но товарища, которого вы хотите, хотите как много денег, значит, надо к ним туда. А как да? Еще раз. Правильно. Значит, надо найти что-то такое, чтобы тебя приняли. Понимаешь? Наверное, пукать хорошо. Это же какой? Это ж талант! Нет, просто я книжку сегодня не читал. Вы же не читаете? Я читал книжку. И вот царь там Николай II, вот, он пришел, да, один стал заикаться, падать. Он говорит, а почему? Он говорит, это он вас так испугался. А, ну меня раз испугался, пусть когда рядом со мной ходит, и чтобы не пугался, чтобы привык. Все, и стал богатым человеком. Зато, он говорит, когда царя видел, он умирал. А когда он видел других, те умирали. На недостатках можно играть. Но все равно не заработаешь много. Он хороший пацан. Он хороший парень, он хороший парень. Вот если бы ты проводил тренировки, как он очень хорошо. Кстати, он очень хорошо помогает. На соревнованиях может помочь. Сделай вторую работу тренера. Вот он мне так несколько раз помог. Здесь я ему благодарен. То есть он по жизни лентяй. Я тоже лентяй. Но вот мне друг пришел и говорит, я говорю. Так, теперь я так иногда люблю поговорить. Лежал в больнице, это сидит, а я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, может, я надоел? Он говорит, да нет, я уже, говорит, тут устал с этими лежать, никто слова сказать не может. Пал так, Сервера. Так, что ты сидишь? Вставай. Андрюха, вставай. Вот это мешок, вставай. Не могу. Не могу пока определение дать, извини, что назвал мешком, но пока начнешь тренироваться, то есть начнешь работать, все, я тебя уже люблю. Все, ты для меня самый хороший. Не работаешь, самый плохой. Так, теперь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, одиннадцать. Юрий Александрович, возьмите вот этих троих по 50 раз. Так, возьмите там ключ, Илья Александрович, возьмем. Так, вперед. Все остальные встали. Встали. Так, и... Исходы, что по... Вам реально было так. Возьмешь его пока, потом да. Меня поменяю. Хорошо, иди. Я тебе еще раз скажу. Вот, я поставил там бросок. Делаешь бросок. Thank you.
будьте аккуратны, руки не выставлять. Те, которые долго борются. Влад, Влад. Ага. Так, вы вдвоем идите ко мне. Thank you.
с удовольствием и тебе дал. Пожалуйста, выполни на десятку. Все.